В Красноярске массово эвакуировали учеников 50 школ из-за сообщения о минировании. Их неизвестные разослали на электронные адреса учебных заведений. В тексте они упомянули одну из крупнейших сетей гипермаркетов на Дальнем Востоке. В Красноярске ее нет. В письме указано, что эта компания должна заплатить по долгам автору письма. А если этого не произойдет, то 10 миллионов детей погибнут. Как рассказали в самой сети, такие угрозы они получали и сами с весны прошлого года. Однако кто их рассылает, не знают. Отмечу, массовая эвакуация в школах прошла не только в нашем городе, но и в Новосибирске, Иркутске, Улан-Удэ и других крупных городах. В антитеррористической комиссии края заявили, все сообщения о минировании оказались ложными. В настоящее время сотрудниками правоохранительных органов реализуются меры по обеспечению безопасности граждан, а также принимаются меры по установлению источника ложной информации. Просьба к населению ответственно относиться к законным требованиям сотрудников правоохранительных органов на местах, а также проявлять спокойствие и бдительность. Однако люди отреагировали совсем неспокойно. Горожан возмутило, что дети по полчаса мерзли во дворах школ, и никто их не отвел в безопасное место. Напуганы оказались родители, чьи дети учились со второй смены. Многих не отпустили на занятия. Зато сами школьники радовались внезапной отмене уроков и в течение дня активно выкладывали в сеть кадры эвакуации.